Всем привет! С вами Транспорт СПБ Метро. Сегодня я хочу поговорить о электропоезде ЭД-4М постоянного тока, выпускавшемся с 1996 года по 2016 год на Демиховском машиностроительном заводе. В этот момент я нашел электричку в ТЧ-15. Она стояла в отстойниках, и я решил по ней пройтись и погуляться. К сожалению, она не ленинградского или санкт-петербургского типа, а московского. Приехала к нам из МСК на технический ремонт. Точнее, не знаю, но вроде бы ТР-3. Хочу вам пожелать только приятного просмотра. Поставьте лайки и подписку. Оформите, точнее, чтобы больше и почаще выходили видео. Так что вот так. Приятного вам просмотра. Отпуск, зарядка, перекрышка, перекрышка без питания, ПТ и экстренно. Это... понимаю. Ох, какая соска прям. На отстойнике просто пушечка. Атмосфера лайк, подписка на мой канал.